Привет, друзья! Сегодня будем разбирать песню из репертуара группы DDT. Песня называется «Дождь». Играем ее в тональности ля минор. Сыграю проигрыши всевозможные и куплеты, припев. Итак, приступим и разберем. Открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. Сначала разбираем аккорды. Первый ля минор. Первая открытая, вторая на первом ладочке, третья, четвертая на втором, басовая, пятая. Дальше будет аккорд ля минор с басовой ноткой до. Итак, держим указательный палец, как и прежде, на второй струне на первом ладочке. Потом третью и четвертую мы зажимаем одним пальцем, средним. И пятую безымянным пальцем на третьем ладочке. Есть. Дальше аккорды си минор 7 минус 5. Играем вторую, четвертую струну на третьем ладу. И пятую и третью на втором. Первая открытая. Шестую желательно не играть. Если у вас есть желание, можете прижать первую струну. Вот вы держите указательным пальцем пятую. Можем положить палец и этим самым прижать первую струну на первом ладу.
Если вам так сложно, можете не прижимать первую. Понятно. Дальше ре минор. Первая на первом ладочке, вторая на третьем, третья на втором. Басовая четвертая. Дальше ми минор. Басовая шестая струна, четвертая, пятая на втором ладочке. Следующий ми мажор. Добавляем третью струну на первом ладу. Дальше аккорд ми мажор с басовой ноткой соль диез. У нас третья струна на первом ладочке, пятая на втором и шестая на четвертом. Басовая шестая. Мы будем играть боем на этом аккорде. Так что ударение делаем на шестую струну. Следующий фа мажор. Баре первый лад. Третья струна на втором ладу, четвертая, пятая на третьем. Дальше будет аккорд фа мейдж септаккорд. Играем первая открытая, вторая на первом ладочке, третья на втором, четвертая и пятая на третьем. Когда будем играть перебором, басовая будет четвертая струна, и мы можем не прижимать пятую. Понятно. Вот и все аккорды в этой песне, основные аккорды. Дальше в процессе разбора я буду все объяснять. Итак, поехали дальше. Разбираем вступление. Ставим такой аккорд, аккорд ля. Третья струна на пятом ладочке, четвертая на седьмом. Басовая, пятая открытая. Играем бас, пятую, первая, вторая и третья, потом четвертая. Дальше. Первая и вторая. Два раза играем. Следующий аккорд ре. Играем бас, четвертую, первую открытую, вторую открытую. Прижимаем вторую на первом ладу. Дальше третью ставим на второй лад. И первая, вторая. Дальше аккорд ми. Играем шестую открытую, первую открытую, вторую на первом и вторую открытую. Дальше ставим третья струна, первый лад и первая. И вторая. Давайте сначала. Так мы играем два раза. Дальше. Итак, играем пятая струна и прижимаем три струны первых на девятом ладу. Мизинец ставим на первую вторую струну на двенадцатом ладочке. Играем 5-3-2-1. Дальше третья и играет вторая, 12-13 лад. Два раза играем. Понятно. Дальше. Играем четвертую открытую, аккорд ре у нас идет. Сдвигаем на десятый лад наш маленький баре. Играем 4, 3 и снова первая и вторая на двенадцатом. Дальше третья и вторая струна 13-12. Следующий аккорд ми. Играем 6-3-2-1. Баре маленький на девятом ладу и мизинец на двенадцатом. Играем 6-3-2-1. Дальше. Третья. Вторая на двенадцатом. И вторая на тринадцатом. И сразу играем пятую открытую. Играем второй круг. То же самое. Давайте медленно сначала сыграем. Thank you.
Понятно. Дальше мы выходим на куплет. Играем так. Ставим третью струну на втором ладочке. Первая, вторая открытая. Играем 5, 3, вторая и первая. Дальше. Играем по две нотки. Третья на первом ладу, вторая открытая. И ставим дальше аккорд ля. Вторая струна на первом ладочке, третья на втором. Ясно. Дальше аккорд ре. Играем. Третья на втором, вторая на третьем, первая открытая. Играем 4, 3, 2, 1. Дальше. Ставим вторую на первый лад, третью на вторую. И на ми аккорд выходим. Играем вторую открытую и третью на первом. Дальше шестая. Играем 6, 3, 2, 1. И снова, как мы играли на аккорде ля. Понятно. Итак, мы играем три раза. Дальше аккорд ля. Выходим на ми минор. То есть сыграли ля. Поставили вторую струну на первом. Играем две струны. Первая и третья. Вернее, вторая и третья. Дальше играем вторую и третью. Открытую. На аккорд ми выходим. Дальше на аккорд ля, ре выходим. Ставим снова наше положение, как в ля мы играли, вторая и третья. И вышли на ре. Дальше на аккорд ми. Давайте я вам сразу объясню. Вот с аккорда ре, когда мы выходим, мы ставим вот это положение, вторая и третья струна. Это играется во всех случаях, вот в первом куплете. И когда выходим на него же, на ре, так само, выходим вот на эти ноты. Понятно. Дальше. Вот на аккорд фа, когда выходим, вот с аккорда ми. Снова играем вторую и третью. Аккорд фа мейдж идет. Вот мы сыграли. Сразу играем четвертую на третьем. Но аккорд полностью не держим. Играем четвертую на третьем и третью на втором. 4, 3, 2, 1. Выход на ми через, опять-таки, эти две ноты. Понятно. Давайте попробуем куплет медленно сыграть. Выходим на проигрыш. Проигрыш мы играем с аккорда ре, сус 2,
Давайте сразу разберемся с пальцами левой руки. Прижимаем так аккорд, чтобы у нас средний палец был свободен. То есть вторую мы прижимаем безымянным и третью указательным. Играем 4, 3, 2, 1. Потом 2, 3. Дальше. Прижимаем пятую на третьем. То же самое играем правой рукой. До второй струны. Третью мы не играем. Дальше играем четвертую струну на втором ладочке. И выезжаем на седьмой лад. Еще раз. Понятно. Дальше ставим третья струна, пятый лад. То, что мы во вступлении играли. Четвертая на седьмом, третья на пятом. Сыграли четыре струны. Дальше играем четвертую из седьмого, подъезжаем на девятый. Дальше пятую из третьего на седьмой. И потом снова третья струна и три струны. Три, два, один. Еще раз. Дальше. Играем четвертая струна, второй лад. Подъезжаем на третий. Пятая, то же самое. Это нам надо делать указательным пальцем. Ну, мне так удобно. Дальше. Играем снова третья струна на пятом. Три, два, один. Потом открываем пятую. И снова три струны. Три, два, один. Дальше. Играем пятую струну, третий лад. Третий, второй и третий. Играем один раз только правой рукой. И дальше четвертую прижимаем и третью на пятом ладочке. 4, 3, 2, 1. Дальше. Аккорд ми. Играем пятую струну, третью, вторую, первую. Потом шестую прижимаем на четвертом. 3, 2, 1. Дальше. Играем 5, 4, потом четвертый лад, шестая. Снова пятая на втором. И четвертая на третьем. Потом 3, 2, 1, 2. Давайте вот с аккорда с этого. Дальше. Играем третью струну на втором. Ладочки остальные открытые. Шестая на третьем. Играем бас. 3, 2, 1, 3, 2, 3. Потом шестую сдвигаем на второй лад. У нас по полтона играет бас. 3, 2, 1 и открытая. Итак, вернемся. А здесь ставим аккорд ми. Можем полностью не играть. Играем только третью струну на первом. Понятно. И дальше. Аккорд. Играем. Ставим вторую струну на третьем. Третью на втором. Играем 5. Открытая пятая. 3, 2, 1.
потом шестую на третьем ладочке, тоже 3-2-1. Дальше ре, нотка басовая, четвертая открытая. Еще раз. Вот когда сыграли ре, играем 4, 3, 2. И на подъем идет фа диез, нотка четвертая струна, четвертый лад. Потом. Вот когда четвертый лад сыграли, четвертую. 4, 3, 2, 1, 2. Еще давайте с нотки ля. Дальше. Открываем снова четвертое открытое. Дальше. Четвертую на третьем прижимаем. Давайте еще раз сначала. И дальше аккорд ми мажор. 4, 3, 2, 1. И выход на куплет. Давайте попробуем медленно весь проигрыш сначала сыграть. Вот такой проигрыш. Дальше идет у нас снова куплет, и потом будет еще один проигрыш. Играем аккорд ля минор. Ставим мизинец на вторую струну, на третий лад. Играем 5 и 2 одновременно. Дальше играем, убираем мизинец и правой рукой играем вверх от второй струны. Сыграли дальше. Снова играем мизинец, третий лад, вторая струна. И вниз и вверх. Играем в пределе четырех струн боем. Понятно. Дальше снова бас и вторая. Понятно. Дальше. Снова вниз и вверх. Прижимаем, отпускаем. Дальше. Дальше аккорд фа. Играем третья струна на втором, вторая на первом, четвертая на третьем ладочке. Мизинец ставим на третьем ладочке, остается у нас. Играем то же самое, только басовая нотка поменялась. Вот до этого места и дальше аккорд ми. Играем вторую и третью на первом ладочке. Играем одновременно шестую и вторую. Вот так. И сначала. Выходим на куплет. Давайте я вам покажу сразу бой, каким играть куплет.
Играем на примере аккорда ля минор. Играем три удара вниз. Вот первые два удара играем в районе 5-4-3. Третий удар по всем струнам. Дальше вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Вот так. Дальше снова вниз. И в конце два удара вниз и вверх. Понятно, с боем. Поехали дальше. Итак, давайте разберем, как играть аккордами куплет. У нас получается играет басовая нотка. Второй лад, пятая струна. Открытая, второй лад и выход на третий лад. На аккорд ля с ноткой до. Вот четвертый удар. Дальше. Играем пятую на втором, но таким образом, чтобы прижалась у нас две струны, пятая и четвертая. Дальше. Ставим аккорд ля с ноткой до, играем третий лад, пятая, и третья и четвертая прижимает средний палец. Вот когда держим аккорд Си минус 5, играем так, чтобы у нас шестая струна, чтобы мы ее не цепляли, просто когда играем пятую, мы немножко выше палец ставим, чтобы у нас приглушилась шестая. И ми. Удар у нас, акцент идет на шестую струну. Сначала. Ничего там нет сложного. Вот именно вот в этих аккордах вот есть немножко трудность. Итак, дальше приступим. Проигрыш, который был в конце песни. Играем аккорд ля минор. 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2. Дальше басовая нотка до на аккорд ля. Правая рука играет то же самое. Дальше. Играем аккорд ре минор, четвертую и первую одновременно. Дальше 3-2. Открываем первую. Дальше вторая. Аккорд ми ставим, прижимаем так, чтобы вторую и третью струну указательным пальцем. Играем 6 и 2. Потом 4-3. Открываем вторую. Потом 4 и вторую на третьем ладочке. Дальше. То же самое. Начинаем только пятую и вторую одновременно играем. А так то же самое идет. Давайте сначала сыграем. Дальше.
играем тоже аккорд ре минор, четвертую и первую одновременно. Дальше. Первую играем открытую, вторую и первую прижимаем на первом. Дальше. Играет третья струна на втором. Потом играем шестую открытую и третью на первом. Давайте разберем сольную часть. Играем второй лад, первый, третья струна. Дальше. Вторая открытая, вторая на третьем. Дальше. Первая на первом и первая открытая. Дальше. Первая на первом, на четвертом и на седьмом первая. И выходим на аккорд ля. Итак, давайте еще раз повторюсь. Играем шестую и третью на первом. Дальше вышли на аккорд ля, играем пятую открытую, берем маленькие баре на пятом ладочке, три струны. Играем первую с пятой, потом 3-2 и первую открытую. И ставим аккорд ля минор, играем 3-2-1. Дальше снова аккорд ля с басовой ноткой до. Давайте еще раз вторую часть сыграем. Вот до этого места доиграли. Дальше. Играем первую струну на пятом ладочке, ставим аккорд фа мажор, играем шестую и первую, потом 4-3-2, снова 4-3-2, дальше ставим аккорд ми мажор, играем 6-4-3-2 и первую на четвертом. Дальше ставим аккорд ля минор, играем пятую и первую. Дальше четвертая часть пошла, играем первую с пятой. То же самое. Дальше играем ре минор, первую и четвертую, потом 3-2, первую открываем, потом вторая на третьем в аккорде, дальше аккорд ми, прижаты две струны, вторая и третья, 6 и 2 играем одновременно, потом 4-3-2, вторую открываем. Потом 4-3. И в конце последние нотки 5, 4, 3 струна на аккорде ля минор. Вот, пожалуй, все сложности в песне. Пробуйте, у вас обязательно все получится. Желаю всем успехов. Спасибо. Пока.